Алексей Гундарев, участковый уполномоченный Галицинского отдела полиции. В правоохранительных органах служит 3 года. Хоть срок и небольшой, молодой сотрудник уже успел себя зарекомендовать. Самый молодой, работает он 3 года, но самый показатель больше всех у него. Он непосредственно у нас выявил 46 уголовных преступлений и 220 административных протоколов составлено. Участковому приходится много писать. Заявления, результаты проверок, рапорты и отчеты. Но большую часть времени занимает все же не кабинетная работа. Каждый мой выезд на территорию, он индивидуален, и чем-то он, возможно, запомнился. Для любого сотрудника полиции, несмотря на часто бытующее мнение, которое мы видим по сериалам, по телевидению в последнее время, никогда нельзя сказать, что сотрудник полиции как-то черствеет, и ему что-то человеческое чуждо. Каждый вызов наш мы принимаем в себе как свою беду, ставим себя на место потерпевшего. Хорошее знание своей территории и правильное отношение к людям, по словам участкового из Галицина, помогают предотвращать противоправные действия. Участковый уполномоченный полиции должен обладать выдержкой и умением найти, общаться с человеком, быть коммуникабельным, потому что люди бывают разные. Для местных жителей он и представитель закона, и хороший знакомый, и просто товарищ. К этому человеку можно обратиться за помощью в любое время. Качество участкового очень хороший. И посоветует, и разъяснит все. Поэтому я довольна нашим участковым. 100%. Да, 200. Проведение профилактических бесед и встреч с неблагополучными семьями, с лицами, склонными к правонарушениям и с теми, кто уже приступил к закону, это основные задачи, которые выполняет сотрудник правоохранительных органов ежедневно. Работает Алексей, как и все участковые уполномоченные полиции, практически круглосуточно. Но, несмотря на такую нагрузку, успешно справляется со своими обязанностями. Анна Пряхина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».